В начале прошлой недели в результате ураганного ветра на жилой дом на проспекте Ленина, 24, упала огромная береза и пролежала в таком состоянии до выходных. Как нам сообщили в районной администрации, работы по ликвидации последствий затягиваются по объективным причинам. На следующий день после падения дерева, опять-таки из-за ветра, не мог работать кран. Потом не было самого крана. Затем по этому поводу в районной администрации прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было принято решение о заключении договора с подрядчиком, что позволит решить проблему с аварийными деревьями гораздо шире. В администрацию постоянно обращаются граждане с вопросами на эту тему. Их просьбы рассматриваются, ситуация анализируется. Комиссия выясняет фактическое состояние дел. Так были обследованы деревья, которые представляют опасность и в любое время могут упасть. Такие в городе насчитали 60. С подрядчиком заключен договор на 300 тысяч рублей для того, чтобы эти опасные насаждения спилить и убрать. Работы уже начались.